правительстве России согласовали индексацию минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий. Ожидается, что социальные выплаты вырастут на 10%. Однако окончательное решение должен принять президент страны Владимир Путин. Ему члены правительства представили инициативу и предложение по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий в мае этого года. Напомним, прожиточный минимум по России составляет 12 654 рубля, а минимальный размер оплаты труда с 1 января текущего года – 13 890 рублей.